Сегодня у памятника генералу Ивану Федюнинского прошло мероприятие в честь 118-й годовщины со дня рождения. Этот герой Советского Союза, прошедший всю Великую Отечественную войну, наш земляк. После возложения цветов участники проводили велосипедистов пробег до деревни Гилева, где родился Иван Иванович. Добавлю, что в Тюмени есть не только памятник герою, но и названа улица в честь него. У нас очень много в городе улиц, которые названы именно героев Великой Отечественной войны. Мы стараемся сейчас в работе комиссии по присвоению наименования обращать внимание на героев не только просто Великой Отечественной, но и тех, кто является нашими земляками. Люди могли в сумасшедших условиях не просто страну там сохранять, а они смогли ее обустроить и нам передать на вечное хранение. Мы, конечно, должны дорожить теми, кто вот родился на нашей земле.